еще не понравилось, потому что мне очень нравится то, что делает Анжелик. Я бы обошла тебя с выступлением, но последняя часть не понравилась. Не так, как то, что все. Спасибо. А чем понравилось? Старой гвардии. Замечательно. Прекрасно. А чем понравился спектакль? Наверное, необычностью и глубиной чувств, которые пытаются понять, лишь бы люди поняли. Спасибо. Шикарно. А чем понравилось? Всем. Постановкой, хореографией, музыкой, замыслом. Лучше нет. Понравилось. А чем понравился спектакль? А я в такой хули, но очень люблю этого хореографа. И артисты очень хорошие, молодые. И не первый раз. Я все ее спектакли видела, включая Кармен, который у них. Мне нравится очень. Сцена хорошая. Ну, все понятно. Понравилось. А чем понравился спектакль? Мы свои образы там узнавали. Вы знаете, спектакли были сильные. Первый спектакль я просмотрела на одном дыхании. К сожалению, вот немножко так сегодня почему-то по-другому. Потрясающе, это потрясающе. Очень понравилось, прям очень. А чем этот спектакль запомнится? Ой, запомнится жизнью. Эмоциями яркие случаи. Это было потрясающе. Еще будем переваривать. Очень хорошо. Спасибо. Замечательное впечатление. Самые наилучшие положительные эмоции, море удовольствия, каких-то мыслей к размышлению. Очень необычная постановка и самые наилучшие пожелания молодежи.